Откуда идет? Вот лентами, а ты пытаешься что поймать. Зачем стать самодуром? Ври самодур и лови ставриду. Лови ставриду, она... Так нахера тебе этот сыр, блядь, иди. Ты тебе по одной тогда можешь ловить по всем, блядь, я не понимаю. Я же все. У тебя если одна, уже все. А вечером будем луфаря пробовать. Да, вот если что, я взял сыр. Все хорошее, да. Посмотри. Бросил и на плюсике. Груз, да, на плюсике, а у меня по-другому. Помоги распутать. Так а хоть от рыбы идет. Сейчас через 2 часа буду еще отпутываться хоть до утра. Так рыба идет. Так, как можно быть таким? Я не знаю, деревянным. Деревянный. Она ударила, не взяла. Она захотела брать. Лавина тут. Эту катушку потом сядем, я сяду, тебе быстро выпутаю, у меня времени просто там нет. Я тебе его сделал. Видишь, эту катушку ты сам попал в этом барыге, блядь. Это тебе не годится, я тебе сразу скажу. Это левая катушка. Я ему тут на леску поставил. Я понял, что там не жить, а леску ему поставил. Леска тоже, да? Поставь ему эту Евгению. Ты имеешь в виду на спиннинг? Да. А Риоби какую-то купить и все. Я ему скажу, купить. А Риоби не будет. Риоби, ну, Риоби, да, R. Как вся рыбалка, я говорю, 20 минут, полчаса, все, вся рыбалка. Ты можешь у себя идти, распутываться, запутываться, перепутываться, делать, что хотите. Уже, Саша, можешь распутывать спокойненько. Уже она так берет. Ладно, нет, есть, есть, есть. Есть. Что-то есть. А, еще надо уметь на ветре купить. Это надо уметь. Пока его знаю. Еще рано просто. Это его погода. Это его, но видишь, убрал сегодня. Ну, кому не провидел теплый парень, мне на самодур я не попал. Ну, такие еще. Не сильно крупные. Thank you.
Бери рыбу. Саня, помоги ему рыбу взять. Я ее, блядь, купил. Тяжело, я что она вам мешает.